Да, да, решил продать. Стоит просто так, простаивает, еще эти налоги на землю плачу. Да, покупателя нашел. Ну как почем? Да за бесценок. Здравствуйте, меня зовут Павел. Мне 37 лет, я успешный предприниматель. Этот дом не достался от бабушки, который простаивает, и мне его нужно поскорее продать. Ну ничего, весь хлам уже разобрал, остался только чердак. Да, про встречу помню. Буду минут через 40. Все, давай. Так. Что это? Хлам. Хлам, хлам. А это что? Дневник. Меня зовут Лидия. Стоп. Лидия. Лидия, Лидия. Это же моя бабушка. Дневник моей бабушки. Меня зовут Лидия. Мне 16 лет. Я недавно закончила школу. Сейчас идет 1950 год. На дворе стоит золотая осень. Я сбросил.